Здравствуйте, в эфире программа «Время новостей». В студии Алена Анчукова. В Пушкино прошел субботник, в Красноармейске новый глава города, а проблемы парковки становятся все серьезнее и серьезнее. Подробности этих и не только событий в нашем сегодняшнем выпуске. Огромный заряд бодрости и оптимизма получили, по их собственным словам, чиновники районной пушкинской администрации во время прошедшего в эти выходные субботника. А поддержали ли их порыв и настроение горожане? Узнали Петр Кузнецов и Александр Девкин. Волна безвозмездного, ударного труда по благоустройству родного города и района захлестнула Пушкинский район. В первых рядах энтузиастов мы встретили чиновников районной администрации, что вызвало некоторое удивление со стороны горожан. А так идут, удивляются, узнав, что мы работаем в администрации, что мы вышли на субботник. Поражает просто удивление. Ну и говорят спасибо. Как вы думаете, почему люди так инертны? Почему так инертные? Даже не могу ответить. Мне сложно сказать, потому что я не инертна. Я люблю физический труд и всегда с удовольствием выхожу. И не знаю, не могу ответить. Чиновникам районной администрации достался участок в несколько соток. Это сквер неподалеку от музыкального училища имени Прокофьева. Дабы убедиться, что вместо чиновников в мусоре возятся не нанятые гастарбайтеры, мы продолжили опрос. Добрый день. Мы тоже, да, сотрудники администрации Пушкинского района, решили поддержать жителей района, навести порядок и чистоту на прилегающих территориях и подведомственных. Поэтому призываем всех жителей тоже активизироваться, выйти, убрать свою территорию, присоединиться к нам и будем жить в чистом городе. Всего доброго. Вы не боитесь там, да, в светлой куртке убираться? Нет, эта куртка у меня предназначена именно для субботника. Как и в большинстве бюджетных организаций, основной костяк коллектива в районной администрации составляет отнюдь не слабый пол. И все же нам удалось найти мужчину, занимающегося тем же, чем и окружающие его сослуживцы. Грибу, потому что гребут. Все гребут. Фантики, бутылки, окурки. Физкультуре? Конечно. Мама с папой не привили, все, школа не поможет. Можно как-то эту ситуацию кардинально подправить? Не только в Пушкино, а вообще в принципе. Раньше школьники уходили на субботники, сейчас почему-то этого не делают. Я, когда был в школе, в каждом классе, начиная, наверное, с четвертого, выходил и убирался. Что-то поворачивалось в голове. Мы дождались окончания субботника, чтобы убедиться в качестве работы чиновников районной администрации. Управление социальной защиты Пушкинского района заботится почти о 2000 семей. Сюда обращаются не только многодетные, воспитывающие детей инвалидов семьи, но и просто люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. И каждый человек находит здесь необходимую поддержку. Именно в этом убедились мои коллеги. Качеству жизни многодетных семей уделяется в последнее время все больше внимания. В отделе социальной защиты района состоит на учете более 2000 семей. Сюда входят и многодетные семьи, и семьи в трудной жизненной ситуации, а также воспитывающие детей-инвалидов. И ежегодно на меры социальной поддержки семей и детей Пушкинского района из бюджета Московской области направляется свыше 130 миллионов рублей. Более 1500 семей района получают детские пособия. 400 семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка. С 2013 года установлена ежемесячная выплата малоимущим семьям, родившим третьего и последующих детей. Подобных семей в районе насчитывается около 80. Она составляет на полную семью 5727 рублей, на одинокую маму 3564 рубля. Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Им в помощь ежемесячно выплачивается пособие в размере 7901 рубля. Такое же пособие получают и семьи с ВИЧ-инфицированными детьми. Кроме всего прочего, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получают компенсацию на оплату услуг ЖКХ. И таких семей у нас около 400. Им выплачена компенсация на сумму свыше 7 миллионов рублей. Родители, конечно же, ощущают такую поддержку района и области. Большим подспорьем является и компенсация услуг ЖКХ, и денежные выплаты, как единовременные, так и ежемесячные. Что в совокупности при правильном использовании средств поможет многодетной семье жить, не испытывая большой нужды. Я считаю, что да, все равно, потому что, как говорится, квартплата платится все равно. Как говорится, у вас скидка есть, да? Да, 50%, это, как говорится, все равно оплачивается. Вот.
И, ну, если не кидать деньги в разные стороны и знать, что у тебя детвора бегает, то, конечно, всего этого хватит. Да. Ежегодно в стране принимаются изменения в законах, направленные на увеличение помощи социально незащищенным слоям населения. Это и повышение выплат, и повышение пособий, разрабатываются программы по отдыху и оздоровлению детей. По области свыше 250 тысяч детей проходит оздоровление. Ну, безусловно, ряд по бесплатным путевкам, часть детей через администрацию, там также тоже программа существует и в каждом муниципальном районе, и наш не исключение район. По оздоровлению детей, в том числе из многодетных семей. На сегодняшний день Управление социальной защиты района работает над проектом так называемого социального контракта, суть которого заключается в том, чтобы дать возможность семье выйти из трудной жизненной ситуации. Ну, например, там семья захотела завести подсобное хозяйство, выращивать овощи, далее эти овощи продавать, то, соответственно, эта семья или кормить свою семью. Также, естественно, она выйдет из трудной жизненной ситуации. Просто так не оказывается. Это трехстороннее соглашение, поэтому с семьей. Как и везде, Пушкинское управление социальной защиты делает все от них зависящее для уменьшения проблем социально незащищенных слоев населения и семей, попавших в трудные жизненные обстоятельства. Эта служба реальной помощи всем, кто нуждается. Каждый из нас легкомысленно думает, что будет жить вечно, что пенсия за горами, и что мы всегда сможем сами встать, сходить в магазин, убраться в собственной квартире. Однако реальность неумолима, и многим из нас придет время. Понадобится помощь. Хорошо, если будет кому ее оказать, подать пресловутый стакан воды. А если нет? Михаил Александрович Лебедев – кавалер ордена Знака Почета, заслуженный пенсионер. Более 50 лет отработал вместе с супругой на Ивантеевском автопредприятии. Однако время берет свое. Года идут, здоровье стало подводить. Ноги у меня стали отказывать, сейчас почти не хожу. И надо же, вот случай подвернулся, нам Лену прислали. Счастливый случай. Ну, такая девушка, женщина, это просто ценный работник для этой сферы. Елена Рязанова уже 10 лет работает в сфере социального обслуживания. И хотя, приходя к своим подопечным, она одевает специальный халатик, пенсионеры Лебедевы ее ласково называют внучкой. Хожу как к себе домой, как к своим, как вот сказать, бабушкам, дедушкам, которым хочется помогать. Вот мы с ними беседуем, ну, как, в общем, конечно, жду, да, каждый день. Хоть приходи с ночевкой, живи. Служба социального обслуживания в последнее время активно развивается. И ухаживать за пенсионерами становится не только достойно, но и престижно. Меня послали на повышение учиться в университет Российский государственный социальный. Вот, мы в этом году его заканчиваем, сдали уже госэкзамены, осталось чуть-чуть, совсем. В этом году услуги социального обслуживания будут доступны не только для пенсионеров и инвалидов, но и для других жителей района. Появились новые виды, такие, например, как услуги сиделки, вывоз на дачу, заказ специализированного такси. И это все помимо стандартных услуг по закупке продуктов, уборке, доставке лекарств и организации досуга. Могут быть даже не инвалиды, они просто пенсионеры, молодые, которые активны, они просто вышли на пенсию. Вот. И им тесно в четырех стенах. И они хотят просто общения, они хотят экскурсии, они хотят что-то познавать, новое узнавать. Вот. Куда-то поехать, с кем-то пообщаться и что-то новое приобрести. Пенсионеры Лебедевы просили передать благодарность работникам социальной защиты, так как лично им это сделать тяжело, что мы с удовольствием и делаем. А вот главная новость для наших соседей из Красноармейска. Вернулся к исполнению своих обязанностей глава города Александр Иванович Овчинников. Именно об этом было объявлено на последнем заседании Совета депутатов Красноармейска, на котором были рассмотрены и другие насущные для города вопросы. Подробнее об этом Евгений Ромашихин.
Глава города Красноармейск полностью оправдан и приступил к своим обязанностям. Александр Иванович Овчинников в январе 2013 года был обвинен в хищении в особо крупных размерах. 14 марта 2014 года вышло постановление о прекращении уголовного дела. В частности, постановление гласит прекратить дело по уголовному преследованию в отношении Овчинникова Александра Ивановича ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде, отменить меру принуждения в виде отстранения от должности. Об этом Александр Иванович в конце прошлой недели доложил на Совете депутатов города. Совет депутатов также рассмотрел вопрос создания в Красноармейске дорожного фонда, средства которого должны пойти на создание и ремонт дорог в Красноармейске. Администрация должна создать дорожный фонд, который предназначен и для создания безопасных дорожных условий, для создания безопасности дорожного движения, для содержания дорог, для строительства, для поддержания уже существующих дорог, для регистрации бесхозных дорог, бесхозяйных. Фонд будет формироваться из областных субсидий, муниципального бюджета и от сбора акцизов на нефтепродукты. Областная поддержка фонда, по словам Александра Теркулова, гарантирована самими держателями фонда ГУДХ и Мосавтодором. Депутатов интересовал вопрос расходования средств на регистрацию всех дорог в городе, а также время, которое понадобится на эту процедуру. У меня такой вопрос. Вы сказали, что вы 3 миллиона получите после того, как будут зарегистрированы все дороги в разных назначениях. На сегодняшний день сколько у нас в городе дорог зарегистрировано, сколько средств надо для регистрации всех оставшихся дорог и сколько времени это потребует? Согласно пробному проекту по регистрации дороги по улице Комсомольская протяженностью в 1 километр, затраты составили около 50 тысяч рублей, а времени ушло приблизительно 3 месяца. Выслушав доклад комиссии, работающей над этим вопросом, депутаты приняли решение о создании дорожного фонда. Основу, кто за? Против? Воздержался? Есть какие дополнения или замечания к решению? В целом, кто за? Против? Воздержался? Принято. Переходим к следующему вопросу. После чего отчитался заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального и городского хозяйства о деятельности его отдела. Совет депутатов резко раскритиковал работу отдела в части благоустройства города, а точнее его уборки. Я вам много раз говорил, Виктор, что нужно руками чистить. Да? Что согласен? Это, нет, вот это с прошлого раза остается. Ее руками чистят, все равно они чистят ее руками. И людей там никогда не бывает. И тротуары в этом году, да, сейчас все почти растаяло. Да? Но тротуары все были за счет проходимости жителей по этим тротуарам. Они натаптывались. Большинством голосов работу жилищно-коммунального отдела признали неудовлетворительной. Депутаты рассмотрели и приняли проект положений в сфере закупок товаров согласно новым положениям 44-го федерального закона о контрактной системе в сфере закупок государственных и муниципальных служб и предприятий. Смотреть материал администрации по вопросу принятия нормативов правового акта положения о контрактной системе в сфере доступных товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской области, комиссия отмечает, что данные МПА следует принять для реализации условий исполнения федерального закона номер 44 о контрактной системе и требования Пушкинской прокуратуры Московской области 7.02.2014. Поэтому комиссия рекомендует принять предложенное решение. В ходе заседания были выслушаны отчеты депутатских комиссий, таких как ЖКХ, молодежи, спорта. Рассмотрен вопрос о перестройке центральной площади. В заключение депутаты одобрили решение администрации о предоставлении земли многодетным землям в Клинском районе. Тем более, что согласие на участки земли в этом районе от большинства семей уже получено. Дети заслуженных работников культуры Московской области и Российской Федерации, а также огромное количество верных служителей культуры со всего Пушкинского района принимали поздравления с профессиональным праздником – Днем культурного работника в ДК Пушкина. На торжестве побывала и наша съемочная группа. Ярким лазерным шоу порадовали себя и зрителей работники культуры Пушкинского района в день своего праздника. Несколько десятков коллективов со всего района заполнили зал Дома культуры. С приветственным словом перед собравшимися
выступила первый заместитель руководителя администрации Пушкинского района Ирина Кокорина. Мы сегодня отмечаем День работников культуры. Это праздник двойной. Это праздник тех людей, которые нам, нашу жизнь делают праздником. В этой сфере работают всегда незаурядные личности. Они настолько профессиональны, что от их работы мы получаем лишь одно удовольствие. И нашему району тоже повезло в этой сфере. Золотым фондом культуры назвали ведущие наших земляков, тех, кто носит почетное звание «Заслуженный работник культуры области и даже Российской Федерации». Всего 10 человек. Они получили заслуженные цветы и аплодисменты. Организаторы праздника сумели сделать мероприятие из сухого административного действия в яркий, увлекательный концерт, который лучше бы увидеть собственными глазами. Проблемы парковки на улицах Пушкина все упорнее ставят службы города перед фактом своего стремительного роста. Со страхом мы наблюдаем за неумолимым ростом многоэтажных монстров, готовых в скором времени извергнуть тысячи индивидуальных средств передвижения и парковки на узкие улицы нашего города. Чего ждать жителям в этой ситуации, попробует разобраться в новом выпуске программы «Городовой» беспристрастный Петр Кузнецов. Смотрите в эфире телеканала «Твой Пушкинский». На сегодня это все. Такими были дни в Пушкинском районе. Что будет дальше, покажет программа «Время новостей». Напомню, мы выходим в эфир по вторникам и пятницам, а также в повторах в течение недели. Все выпуски программы «Время новостей» можно посмотреть на сайте www.tvoy.tv. Там же все сюжеты и программы телеканала «Твой Пушкинский». Я с вами прощаюсь. В студии была Алена Чукова. Удачи и до новых встреч!